Привет, друзья! Вот видите, опять у нас снег в Москве, и поэтому я свою картину в ночь перед Рождеством. Вот видите, как снег идет, да? А там теплые окошечки такие, прямо хочется туда, в тепло. А вы ко мне, друзья. А я вас всех обнимаю. Видите, голос какой стал? Сейчас пройдет, будет нормальный. Смотрите, что я сделаю. Через букву «Х». Через нос выдыхаю, а через букву «Х» прочищаю гортань. Смотрите. Да, вот сейчас уже становится лучше. Нет, еще не до конца. Давайте еще раз попробуем. Но с точкой «Хэгу». Это я вам показываю элементы синхронасоса, который у нас есть в YouTube-канале, который называется «Синхронасос». Итак, точка Хэгу, которая контролирует ухо, горло, нос, голову, верхушки легких и толстый кишечник. И вот еще раз. Буква Х. И посмотрим сейчас, как будет. Ну, еще не совсем, да? Но тогда полностью показываю синхронасос. Вот смотрите. Стою? Стою. И когда я нажимаю на эту точку Хэгу, в Википедии можете набрать точка Хэгу. Нажимаю. У меня невольно получается такое напряжение тела, что мне хочется чуть-чуть, потому что я с вибрацией нажимаю. И в этот момент, когда хочется вот так сделать, я ногу поднимаю. Раз. Уже откашлялся. Лучше голос становится, лучше голос становится. Да. Мне, по крайней мере, так кажется, что я свободнее говорю, потому что откашлялся. Поэтому я вам показываю, если у кого-то какое-то такое ощущение, что там мокрота накапливается, там голос плохой, фонация так называемая, одно из фониатрических упражнений. И одно упражнение для певца, и для лектора, и для того, кто выступает. Чтобы говорить увереннее, можно сделать синхронасос. Вы поняли, как делать. Точка Хэгу контролирует легкий и толстый кишечник, потому что после этого все дела легче, там туалет и прочее десятое. Дыхание контролирует и одновременно уверенность, потому что в этот момент появляется снятие лишнего напряжения. Но делайте одну минуту или полторы, или стоя, или ходить, или сидя. Через букву «Х», но дышать через нос. До встречи, друзья!